В один прекрасный день я собрался показать вам немного другой Донбасс, где нет серости дорог, где не видно из-за забора некрасивые пустые ангары, где нет унылости от вида из окна. Путешествовать всегда интересно. Ты узнаешь из поездки что-то новое и по-другому смотришь на мир, когда выходишь из-за рамок своей обыденности в жизни. Сегодня я постараюсь показать что-то интересное в Старобешевском районе. Недавно здесь сделали хорошую ровную дорогу, поэтому поездка будет намного комфортнее, чем мы бы скакали по неровностям и ямам. На Донбассе преобладает плоский или слабоволнистый рельеф. Типичные характерные высоты для этого региона 70-80 метров. Неизменность разделена долинами рек, балками и оврагами. Старобешево – поселок городского типа. Расположен по правой стороне реки под названием Кальмиус. Большинство людей знают одноименную теплоэлектростанцию, которая дает электричество по всей округе. В историю вдаваться не будем, так как вы все равно ее не запомните. Я лучше покажу вам окрестности этого поселка и некоторые улицы, по которым мы будем передвигаться. В каждом поселке есть дома, в которых люди живут скромно, а есть дома побогаче. Однако, если в селе есть мастер на все руки, то там обязательно будет дом, который будет отличаться от всех остальных домов своей красотой. И это не всегда трехэтажный особняк с большими колоннами на входе. Дом может быть гораздо меньших размеров, но выглядеть он будет как в сказке. Ну вот мы и подъехали в село Раздольное. Сейчас заедем покушаем вкусных греческих чебуреков. А это у вас самые вкусные чебуреки здесь? Дайте нам, пожалуйста, с мясом 2 штуки, с сыром 2 штуки. А сыр с мясом это вместе, да? И еще давайте 2 сыра. Всех по 2, да? Да. По дороге заехали в местную чебуречную в село Раздольное. И вот купили 6 штучек на пробу. Ехали, окна были немножко приоткрыты и пахло на все село. Так мы немного решили взять себе на двоих чебуреков подпробовать. Кому интересна цена, 30 рублей с мясом, 30 рублей с сыром и 35 рублей сыр с мясом. Запах обалденный, реально. Вот смотришь на них, любуешься. Просто глаз радуется. Говорят, это лучшие чебуреки, которые здесь пекут вообще. В этой стороне. Это, наверное, мясо с сыром. Чувствуется и тот вкус. Сочные, ну, видимо, смесь сыр с мясом дает какое-то хорошее послевкусие. Они небольшие, я думаю, 2-3 штуки здоровый человек может легко слопать. А вы, кстати, были в Раздольном, пробовали такие чебуреки?
Ничего, что я трапезничаю перед вами. Но куда деваться? Такая жизнь блогера, показывать вам все как есть. Вот смотрите, вот чебурек, а вот столько вот мяса. Обычно тут чуть-чуть так закинут в это тесто, кусочек вот такой небольшой, и все. А здесь вот смотрите, сколько мяса. Ну что, будем подводить итоги. На первое место я поставлю сыр с мясом. На втором месте это только мясо, и аутсайдер это сыр. Ну вот такая вот получилась у нас сравнительная характеристика. Так, немножко, пару минут перекура и идем смотреть на природу Донбасса. В 1974 году здесь был основан государственный геологический заказник Раздольнинский. Вот здесь холм, на котором видны выходы девонских пород. Это вулканогенные породы. Соответственно, на этой территории и на этом холме достаточно много отпечатков древних растений того времени. И есть также окаменелое дерево. По ту сторону Кальмиуса – типичное село. Вот многие спрашивают, как живут люди в селах. Да вот, обычное село. Дома одноэтажные, хозяйство, вон там чуть дальше парники. Кто держит свиней, козочек, курей. В общем, понемножку как-то люди вот так и живут. Давайте пройдемся ближе к мосту. Сейчас я вам покажу старый мост, который, может быть, лет 50 предназначался для переправы. Вот оно. А это вот построили новый. Ну как новый? Относительно новый по сравнению с этим. Да, более современный. Вот такой прикольный у нас закат или рассвет. Очень красиво. Вода всегда привлекает внимание. Ну, кстати, этот мост действующий. По нем, видите, ездят автомобили. Не знаю, как по грузовому транспорту, но нежелательно здесь вообще ездить, так как он уже, наверное, свою функцию давным-давно выполнил. Немножко отошли мы дальше от моста в другую сторону, и вот здесь чуть-чуть другой вид. Пойдем. Смотрите, там дальше вообще очень красиво. Слева и справа камыш, чуть-чуть дальше там ива вдоль реки. Инстаграмненько. Фотки, видео можно здесь снимать. Получится очень красиво. Ну вот еще один вид на горы, на которые мы обязательно чуть-чуть попозже поднимемся. О, гуси крякают. И вот какой-то дом. Цифра 1. То, что осталось, совершенно верно. Да, единица. И вот чьи-то огороды. Это удобрение. Ну, занимаются домашним хозяйством. И вот видите, какие раньше дома были. Все сделано из глины и соломы.
почти вечные. Но опять полстолетия отстояли и уже хорошо. Стены были толстые. И вот внутри укрепляли арматура еще. Вот такие дома раньше строили. Ну а что, из подручных средств чем могли, тем и строили. Видите, какая толщина стены была? Ну где-то сантиметров 35-40, не меньше. По всем признакам здесь была, наверное, река вот по вот тот уровень. И со временем, конечно, она обмелела. И вот то, что от нее осталось, это мы сейчас видим. Неизвестно, как оно было 10 тысяч лет назад, 100 тысяч. Но по внешним признакам вода должна быть в низине где-то. Ну вот и получается. Сейчас отправимся на самый верхний склон этой горы. Посмотрим, какой вид открывается с той стороны. Это мы глянули со стороны моста. А сейчас пройдемся в другую сторону. Пойдем. А вот муравейник большой. Видите, муравьев нет. Все попрятались. Смотрите, каких он больших размеров. Там чуть дальше вот сокол пролетел, похоже. Круто. Начали подниматься на гору. И вот смотрите. Это бывший колодец. Ведро висит. Цепка. И вот тут, скорее всего, что набирали воду. Ну, сейчас все в таком состоянии. Ну, а теперь будем подниматься на гору. Потихонечку, не спеша. Будем идти. Гора каменистая. Не скользкая. Подниматься более-менее нормально. Тем более тропинка здесь натоптанная. Хочу вам показать вид с этой стороны. Уже немного поднялись и вот так все выглядит. Давай, ты первая будешь покорителем этой горы. Как раз на закате дня. Сегодня мы прогулялись вместе с вами по нетипичным для города пейзажам и местам. Показал я вам некоторые села, поселки на Донбассе. Как живут простые люди, что их окружает, какие виды они видят каждый день, так как они живут здесь, на этой земле. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.